Трамп запустил рубль в пике. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении атаковать Сирию с помощью американских ракет еще сильнее обвалило российскую валюту. После твита Трампа курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей. Евро торговался в районе 85 рубля. К 14.23 МСК за 1 евро на бирже давали 82 рубля. За торговую сессию европейская валюта выросла на 2,4 рубля или на 3%. Курс доллара к этому времени составлял 64,8 рубля, поднявшись за сутки на 1,77 рубля, 2,82%. Российская валюта продолжает обвал на фоне негативной международной ситуации и намерений американских властей ужесточить санкции против России. Минфин США 6 апреля ввел против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний новые санкции. Кроме того, за сотрудничество с фигурантами санкционного списка американские власти обещают карать вводить новые ограничения. Также Конгресс США готовит еще два типа ограничений в связи с действиями России в Сирии и предполагаемой причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.